Сегодня я вам расскажу анекдот про снеговика. Познакомился мужик с бабой в ресторане. Стол заказал, шампанское. Сидят они, значит. И он ей говорит: слушай, поехали, говорит, ко мне. Она: поехали. Сели в машину, едут. Зима, снегу метет, холодно. Едут, заезжает он в лес. Достает пистолет и говорит: раздевайся. Она раздевается, он: догола раздевайся. Разделась она догола, значит. Он: выходи. Она: да там же холодно. Он: выходи, сказал. Вышла она, он: лепи снеговика. Стоит она, значит, лепит этого снеговика. Руки замерзают, слезы текут. Она их отламывает. Слепила он, слепила. Она: да, слепила. Залезай в машину, одевайся. Залезла она, значит, оделась. Едут они к нему, приезжают. Стол накрыт, как обычно, свечи, секс, все прекрасно. Отвозит он ее к ней домой. Она ему говорит: ну зачем? Зачем это все было? Я б тебе и так отдалась. Он: ну как, детка, зачем? Шампанское, икра, секс, ты это все забудешь. А вот снеговика ты будешь помнить всегда. Привет всем, и я Юсик. И сегодня я вам расскажу анекдот про оргазм Снегурочки. Прибегает вся в слезах Снегурочка к Деду Морозу: дедушка, я теперь никогда не смогу испытать оргазм. Почему, глупенькая? Потому что бабы соседские сказали, что они от оргазма тают. Привет всем, и я Юсик. И сегодня я вам расскажу анекдот про письмо Деду Морозу. Приходит на почту письмо, читают: Дед Морозу. Открывают, а там написано: дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе мальчик Вовочка. Я живу на севере, у нас зима, холодно, скоро Новый год. Я не могу выйти на улицу, у меня нет ни шапки, ни рукавичек, ни шубки, ни валенок. Пожалуйста, пришли мне подарочек, вышли мне шапку, рукавички, шубку и валенки. Прослезились сотрудники почты и решили собрать, кто сколько может. Собрали, а на рукавички не хватило. Решили без рукавичек отправить. Через неделю приходит опять письмо Дед Морозу. Открывают, читают: дорогой Дедушка Мороз, спасибо тебе за подарки, но рукавички не дошли. Наверное, на почте вытащили. Если ты не подписан на мой канал, подписывайся скорей, чтобы первым увидеть мой новый анекдот. Всем пока-пока!